Сейчас они появляются на льду. У бортика остаются Людмила Калинина, тренер, и Людмила Власова, хореограф. Музыка Хачатурян. Балет «Спартак». We'll be right back.
Ну что, вполне убедительный прокат. Прокат действительно чемпионов этапа Гран-при в Японии. Тем более молодцы ребята собрались после канадцев, которые очень тоже неплохо откатали и могли на 4 сотых, на 4 десятка они отставали. Ребята все-таки уверены, так можно побеждать, чтобы не было никаких сомнений. Хорошая, серьезная программа и полноценная во всех отношениях. Музыкальное сопровождение, хореография, все было на высоком уровне. А это как раз вот их соперники канадские. Американские пары. Американцы. Почему канадцы-то вдруг они стали у нас? Подождите. Ой, вы правы, господи, конечно, канадцы. Это у меня уже, да. Глюки, да. Конечно, канадцы. Кирстен Муртауэрс и Дилан Москвич. Задышать тяжко, да? У меня руки только устали. Ну, вот. У меня горло пересохло. Вера говорит, дышать тяжело, в горле пересохло, а Юра говорит, что у меня только руки устали. Ну, такие первые впечатления от проката. Вполне возможно, что сухой воздух во дворце. Потому что, видите, зрители все очень тепло одеты. Даже некоторые с головными уборами. Поэтому в дворце вполне возможно и холодный дворец. Блестящая подкрутка, конечно. Такая мощная, красивая. Нет, техника у ребят очень хорошая. Она такая, знаете, выученная и такая школьная техника. Чисто все выполняют. Вот смотрите, выборы сейчас посмотрим. Докрут, два ворота, да. И посмотрите, как. Ну, с запасом, с большим запасом. И вот это очень сложная поддержка, конечно. Сейчас беговыми шагами вперед Юрий исполнил ее. Ребята в жизни очень скромные. Я общался с ними на Олимпийских играх в Ванкувере. Это был их первый сезон на взрослом уровне, как раз сезон 2009-2010. Такие молчаливые, больше слушают, знаете, очень внимательны ко всем. И в то же время достаточно такие открытые, улыбчивые. Никогда не избегают общения. Но всегда было непросто в нашей стране пробиваться наверх не московским и не питерским парам. У нас, конечно, главный центр парного фигурного катания – это Санкт-Петербург. Смотрите, 126.41, они превзошли свой результат, который показали в Москве. Все очень довольны. Они победители турнира в Японии.